На базе Мытищинского колледжа заработает образовательно-производственный центр машиностроения. Произойдет это уже в следующем году. Благодаря нововведению у студентов появится больше возможностей в профессиональном образовании и построении карьеры. Партнерское соглашение было подписано между группой компаний «Концерн Калашникова», Министерством образования Московской области и Мытищинским колледжем. Знаковое событие состоялось на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в конгрессно-выставочном центре «Патриот». В лице партнеров предприятий таких серьезных, как концерн Калашникова, они появляют возможность 100% трудоустройства на предприятиях, входящих в этот концерн и являющихся предприятием военно-промышленного комплекса. Ребята уже с первого курса будут проходить практику на этих предприятиях. И уже со второго курса будет целенаправленно иметь возможность трудиться на этих предприятиях. Концерн Калашникова – это крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. ГРАМ подразумевает очень приличное большое финансирование со стороны федерального направления, со стороны региональных властей, со стороны Министерства образования, что позволит значительно улучшить материальную базу, закупить новое оборудование. То есть ребята будут работать на том современном оборудовании, которое на сегодняшний день находится на предприятиях города. Благодаря созданию кластера порядка 450 студентов колледжа смогут пройти практику и трудоустроиться на тех предприятиях, которые входят в концерн. Молодые люди смогут поступить на интересные для них направления и осваивать те практические навыки и знания, которые понадобятся в будущей профессиональной деятельности.